Hello, guys! Всем, ребятки, привет! Всем доброго времени суток! Я маленько подпростыл, так что буду басить. Ничего не переживайте. Топку свою близко к микрофону подносить не буду, чтобы вас не нервировать. Ну что, ребят, сегодня среда, подошел третий день турнира. Пойдемте посмотрим, что там у нас. Как вам турнир на пятерках, ребят? Как вам турнир на пятерках именно вот радугой? И причем без подхила? Мне кажется, очень весело, не? Давайте глянем, ребята. Так, ну пойдемте, турнир. Так, турнир. У меня топ-5. Так, третий день сражения, кровавая битва. Исцеление, воскрешение не имеет никакого эффекта, ребят. Турнир на пятерках, радуга. Так, ну вот моя оборона. Вот моя оборона. Так, пойдемте посмотрим, что она испытала. Ух ты, смотрите, пока что ничего. 4-1. Неплохо. Оборона класса А. Оборона стоит, ребята. Я рад даже. Даже удивлен слегка. Ну что, непосредственно переходим к тапкам, ребят. Так, паузу ставить не буду, поехали сразу. Кто вчера смотрел турнир, наверное, видели мою сборку. Давайте ей попробуем продолжить. Вот такая сборочка у меня. Единственное, что соперники стали гораздо сильнее. Ну, мы этого не боимся, да? Сейчас посмотрю по отрядам. Так, ну вот, не зря я в отряды зашел. Так, давайте мы сюда поставим вот этот отряд. Ну и сюда вот такой вот отряд. Ну что, поехали, ребята, попробуем. Соперники уже слишком жесткие, слишком. Там разнообразие оборон куча, блин. Будем пытаться, будем поглядеть. Ну что, непосредственно нам в первую очередь надо найти, ребята, синие. Синий камень. Ну, по подсказке нам... Так, по подсказке нам такую ересь, конечно, говорят. Давайте я лучше вот так фиолетовый соберу. Ага. Вот так сделаю. Потом давайте я вот так попробую синий найти. Ага. Один синий нашел. Так, давайте. Так, а что Диачань делает? Наносит. Ой, тю-тю-тю-тю-тю. И что сделать? Ну давайте вот так сделаем. Ага. Блин. Ну давайте зеленый, бог с ним. Вот. Ай-яй-яй. Ой, посыпалась. Ой. Блин. А интересно, я смогу зарядить-то? Нет, давайте рисковать не буду. Сделаю так-так. Ага. Сделаю вот так. Да. Блин, ребята, жестко-жестко. Я могу просто не выстоять сейчас вот ихнего прокаста, этих всех шлакоблоков. Так и будет сейчас, ребята. Сейчас я откисну. Сейчас я откисну. Мне бы чуть-чуть продержаться хотя бы. Да мне даже не снять никого там, смотрите. У меня просто не хватает, да? Ну вот что значит, синий камень не приходит, ребята. Ну что сделаешь, значит? Вот синий подошел. Ну сейчас шлак будет бить, да? Сова. Ну это конечная. Вот так, ребята, первая баранка. Ну ничего страшного, такие соперники жесткие. Так, ну что? Что на этой ноте я бы хотел бы тут поменять-то, а? Ну и на-на-на-на, ребята. Там что, два красных? Блин, что сделать-то? Такого гадкого-то, а? Ну давайте вместе. Может быть, ниндзю одно заменить. А давайте, знаете, что сделаем? Я вот этого ниндзю, наверное, вот это ниндзю поменяю. Блин, все равно не знаю, стоит того. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Если я поменяю этого ниндзю, так, давайте по силе поставим. Если я поставлю вместо него, да, блин, я бы Собика, да, блин, нет. Ой-ой-ой, хорошо. Хорошо, давайте будем делать тогда так. Давайте возьмем. Да бог с ним, я возьму Рея, ребят. Вот так вот сделаю, только отряды поставлю вот так вот поменяю.
Бог с ним, что получится, то получится. Поехали, ребят, попробуем. Не знаю, почему Рея. Может быть, замедло то, что вешать буду. Ага, повесишь тут замедло. Чувствую. Сейчас мне повесят тут вторую баранку. Ну, никто не застрахован. Че, по подсказке делать? Ну, блин. И давайте сейчас фиолетовый прокину, чтобы он не исчез вообще. Ага, вот красный есть. Давайте сейчас Рея зарядим. Раз. Ага. Давайте два. Лишь бы компетентно, чтобы никак не выскочила. Хорошо, давайте прокинем Рея. Давайте сделаем так. И от желтого избавимся. Избавимся от желтого. Тихо, 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 тихо. Давайте четверку синюю. Блин, чуть-чуть не хватает, да? Четверка синяя. Если так. Ага, вот она подошла. Но замедло, видите, ребята, работает. Неплохо. Если сейчас не откинемся. Тихо, 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 тихо. Ай-яй. Стоять. Стоять, Зорька. Давайте вот так. Я понимаю там, что у меня слепота, у вороты там. Опа. Ну хотя бы не сухарем уйти отсюда. Давайте вот так сделаем фиолетовый. Ага. Куда он будет бить? Ай. Ай-яй. Ай-яй. Ну давайте успеваем вот так вот, наверное, прокинуть. Опа. Опа. Ну. Хорош, хорош. Опа. Ну-ка. Момент истины, ребята. Да ну! Да ты чё? Ну вы все видели, да? Ребят, ну я старался. Чё, поехали дальше. 600 очков дали. Так, давайте выкупаемся. Так, ну пошли смотреть слева соперника. Так, я предлагаю Рея снять. Ну, Рей неплох. Давайте вместо него... А давайте вместо него попробуем вот так вот поставить. Да? Ну давайте вот так сделаем. Ну что, поехали попробуем. Будь что будет. Ой, да, веселый турнир, веселый. Блин, первая баранка. Ну ладненько. Ну тут хотя бы синих дали нам, да? Давайте вот так сделаем. Ага. Давайте четверку синюю. Отлично. Троечка синяя. А почему так получилось? Ну ладно, давайте так. Там уже ГМ раскачано, да, ребят, смотрите. Давайте гипа. Так, ну давайте тогда по эрлоку работать Шену. Вот так сделаем. Опа-на. Опа. Хорошо. Давайте вот такое сделаем. Ниндзю зарядим. Опа. Тихо, 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 тихо. Так. Силен. Хорошо. Давайте в ответку свои ворота включим. И ниндзю прокинем. Я думаю, этого должно хватить. Бамс. Отлично. Так, тапочек взяли. Едем дальше. Так, смотрим, что у нас тут. Топ-1 пока. Неплохо. Так, ребят, вот такой соперник. Такс. Весело. Что будем брать? Фрею оставим, либо что-то новое придумаем. Такс. Ну, тут, в принципе, радуга у него, да, в оборона. Ну, давайте. Блин, даже не знаю. Вот ей-богу. Так, давайте поглядим, что я могу еще взять-то. Так, Арамиса поставить. Но Арамис там, наверное, толком не будет. Так, мне нужно что-то такое. Так, давайте что-то такое посмотрим. Хаторн, там-там-пам-пам-парам. Игнацио, Сяоту. Арчи, может быть. Блин. Хорошо, давайте Арчи. Бог с ним. Вот так вот сделаем. Ребят, попробуем. Хотя он такой слабенький, но, блин, он может заблокировать, да, там, особые навыки. Ой, простите. Поехали, давай, Арчи. Ага. Ну, давайте так. Хорошо, нам бы синих бы сразу бы найти, ребята. Синих. Давайте сюда, синенький. Так, синий вижу. Троечку. Так, давайте по центру ее прокинем в океана.
А не хватает, а? Ладно, ждать не буду, ребята. Сразу, когда сделаем так. Единственное, ниндзю на X3 зарядим. Опа, океан отошел. Неплохо. Давайте нам один камень должен хватить, в принципе. Ай-яй-яй. Куда? Хорошо, держимся. Давайте дозарядимся. Бог с ним, я должен выстоять. Ага. Ой, магний. Куда? Тихо, не трогай бегемота, гад. Ну все, заканчиваем это издевательство. Как-то вот так, ребятки. Сейчас мы, в принципе, и тут должны поддогрызть. Так, что я предлагаю здесь делать? Давайте я фиолетовый заряжусь. Ниндзю зарядим. Так, комбятина пошла, да? Хорошо. Ну, меня тут все устраивает. Давайте так-так. Раз, раз. Хорошо, хорошо, ребята. Бегемотик. Кошелотик. Взорвемся. Так-с. Крепкий магний, да? Крепкий. Но не против бегемота. Отлично, ребят. Едем дальше. Заключительный тапок. Так, заключительный тапок. Вот такие враги. Так, смотрите. А вот это уже что-то новенькое. Так, что бы там такого придумать в таком случае? Смотрите, там, да, у него танк стоит. Людвиг. Ну, давайте. Так. Блин, есть какой-то у меня, может, диспел, чтобы снимать? В принципе, я могу Рэя поставить. Он это все дело будет снимать. Либо Купидончика взять. А давайте с Купидоном пробежимся, не, ребят? Единственное, отряды сразу же дадим ему максимальный на мага. Вот таким вот сходим, ребятки, крайний тапок. Чисто по фанчику, вам интересно. И мне так чисто проверить, как это будет работать. Так, хорошо. Начало хорошее. Давайте так. Ага. Так, нам, наверное, вот эту троечку надо собрать. Хорошо. Потом вот эту троечку. Отлично. Ну что, давайте Купидона зарядим. Прокинем туда синенький. Так, отлично. Ну, теперь можно играть. Теперь, ребята, можно играть. Буду сразу ниндзю кидать на X1. Пусть уже жопы горят. Давайте фиолетовый прокинут. Зарядим Тимми. Блин, синий надо, синий. Так, с танком мы разобрались. Тимми. Ага, отлично, обнулили Тимми. Так, давайте смотреть. Где поискать-то что? Давайте так сделаем. А сейчас надо очень предельно аккуратно. Тихо. Синего так, наверное, я не найду, ребят. Так что давайте так-так сделаем. Ага. Хорошо. Так, где будем искать? Давайте вот так троечку прокинем. Еще пару дотов повесим. Стоп. Давайте так. Окей. Так, ну давайте желтый будем что-то. Вот, синий нашли. Хорошо. Давайте. А вот все равно он заряжен уже. Давайте, когда птицу и прокинем. Ну. Так, выжили, да? Отлично. Ну, работаем тогда, ребят. Работаем. Оба. Отлично. Ну, Купидончик свое, в принципе, отыграл, да, ребята? Один раз выстрелил, и этого хватило. Ну что, ребят, смотрите, у меня топ-1. Топ-1. У меня, получается, 12 тысяч очков. А в рейтинге сколько там, ребят? 15. На 3 тысячи отстаю. Ну, я так считаю, что, ребята, пока что я в топ-1 вхожу. Да? Плюс у меня оборона, в принципе, пока стоит, как положено. Тьфу-тьфу-тьфу. Завтра четверг, потом еще 2 дня. Такс, куда я вышел-то? Такс, ну смотри. Смотрим, что у нас там по боям получилось сюда. Одна баранка. Ну, ничего страшного, что? Ребята сильные, обороны сильные. Бывает, что и камень не приходит, всякое разное такое. Особо не огорчаюсь. А так, в общем, в целых таких чертах, то все хорошо у нас, все хорошо. Ну что, ребятки, хочу пожелать вам откидать сегодня хорошо турнир. Откуда откидать тапочки, может быть, с меня пример возьмете, такой позитивный настрой такой.
также хочу, как обычно, пожелать вам, ребята, хорошей рабочей недели. Сегодня у нас среда, она же маленькая пятница. Сегодня день такой, можно сказать, половину винобанного дня. Осталось немножко, совсем чуть-чуть, и выходные. Также хочу по традиции, ребята, пожелать вам, вашим родным и близким, любимым вашим людям здоровья, счастья и самого-самого-самого много позитива. Что еще можно пожелать на этой планете? Только здоровья, ребят. Любите друг друга, уважайте друг друга, цените. Всех обнял, ребята. Всем пока-пока.